Свыше 500 тонн мусора вывезли с улиц Петропавловска в минувшие выходные. Горожане совместными усилиями начали расчищать город от последствий паводков. Жители вывезли из затопленных улиц бытовой мусор, опавшую листву, а также помогли с уборкой территории пострадавших домов. Нургуля Алина с подробностями. В минувшие выходные тысячи жителей Петропавловска отложили дела и вышли на масштабный субботник. Среди них как рядовые горожане, так и работники госорганизации, а также частные предприниматели. В числе активистов оказались и народные избранники. Сегодня принимаю участие в общегородском первом субботнике. Считаю, что это очень важное дело и гражданский долг каждого из нас, тех, кто любит свой город Петропавловск. Грандиозная чистка мест потоплений затронула в первую очередь территорию без главных достопримечательностей областного центра. Среди них и сквер у мемориала памяти воинам-афганцам. Сообщается, что подобные субботники будут проводиться регулярно в течение ближайших 3 месяцев. Сегодня приняли участие в субботнике по всему городу. Сегодня объявили и предприятиям, и банкам, что проводим субботник. Погода сегодня стоит шикарная, убрались, как говорится. Это не первый субботник, это еженедельно будут проводиться они в рамках 3-месячника по благоустройству. В городе Петропавловске прошла стихия, которая подтопила очень много домов, принесла очень много проблем и бед для города. Но тем не менее, прекрасная погода, наступает весна. Мы должны, думаю, сообща вместе содержать город в чистоте. Поэтому был сегодня объявлен субботник. Надеюсь на поддержку наших горожан. И сегодня, вот я думаю, что большая работа проделана. Город приобретает новый вид. Всего на прошедшую общегородскую акцию вышли более 6 тысяч петропавловцев. Подобные мероприятия позволят в кратчайшие сроки устранить последствия подтопления, считают организаторы. Нургуля Алина, Казбек Аркпаев, телеканал Алматы, Северо-Казахстанская область.